сегодня предлагаю посмотреть вот такого петушка для вдохновения. Может, кому-то понравится, кто-то возьмет за идею. Связан он просто вот сверху с головы и по кругу расширяется. Здесь понизу соединены как бы вот передние, ой, передние, но единственные лапки. Здесь отдельно крылышки и хвостик. А также петушок у нас не один, у него есть курочки. И не просто курочки, а курочка с цыплянком. Такая вот курочка. Очень мне понравилась идея. Цыпленок, посмотрите, на ниточке. И он может отойти подальше от курочки. И можно его обратно положить к ней под крылышко. Вниз головой. Но, к сожалению, мне неудобно его поправить. Давайте рассмотрим с вами цыпленка. Вот как у него маленькие глазки, носик, хохолок и хвостик. Также сделаны даже связаны лапки малюсенькие. И курочка у петушка, конечно же, не единственная. Здесь есть еще вот такая курочка. Вот такая курочка. Думаете, она одна? Конечно же, нет. У нее тут цыплятки спрятаны. Выпарила цыплят. И цыплятки тоже на ниточке. Вот малявочки. Очень интересная, считаю, идея.